Но я хил, как бы я не... меткость не собираю. Женек их вообще не сбивает, эти костыли. Да, блядь, тебя тут агроны играют, срывает нахуй, под жопу У постоянно тебя подрывает. вкачанная заморозка разума должна быть в ледяной ветке. Затраты этой силы рун Качан. 0. Ну вот. Заморозка мозгов стоит на панели. Стоит, конечно. Ну так, блядь, ты поставь ее на удобную кнопку, чтобы тыкать. Она не тратит ничего, блядь. Видишь, огненный каст, ты это должен делать, блядь. Рога проебланил, у этого промах, а ты третий человек. Мы что, ну, втроем, получается, проебланили. Ты хуй забил вообще. Ну, думаешь, ну, ребята будут сбивать. Тоже сбивай. Лучше втроем давайте. Этот один каст. И до следующего каста у всех троих откдешивается эта хуйня. Вот тебе и вайб, блядь. Этого поля. Ваша смерть возвестит новую эру страданий. Метка. Саланитовый порыв мили. Сейчас она сдохнет. Не, алё, ну не бейте. Метка. Thank you.
сосредоточились, метку вынес. Сейчас появится элементарь. Женек, давай, дроны. Все, встали, поехали. Сосредоточили. Больше так не делайте, вообще не получится тогда выявить. Не-не, просто близко стоит долго, быстро налетит, вот в чем дело. Женек. Я тебе попросил два шага назад, чтобы босс передвинулся. У тебя как получилось? Говорят, что... Ну нахуй. То боком, то шагом, блин. Просто два шага назад делаешь, чтобы босс передвинулся. А потом смотри, вперёд. У босса хитбокс больше. У элементаля хитбокс меньше, чем у босса. Когда Женек ставит элементаля к себе, то босс стоит дальше от Женька. Вы смотрели вообще кружки под боссами? Женек-то может вперед потом пройти? Ничего страшного, с ним не расклеится от этого. Он не понимает, что делать ему надо. Ну, херово, что он не понимает. Чтобы сделать так, чтобы на одной линии были элементаль с боссом, нужно пойти боком по круговой траектории. Тогда босс и элементаль будут одинаково далеко от рейда РДД. Вот это математическим языком, блядь. Можно так сделать? Давайте боком держать, вообще не вижу разницы. Он же все равно придет. Ну вот я говорю, расстояние одинаковое будет. Вам надо одинаковое расстояние. У вас элементаль дальше стоит, чем босс. Женек понял, что надо тебе сделать? Просто да, в бок надо уйти. Твоя задача не в бок уйти, а сделать так, чтобы одинаковое расстояние РДД было до элементаля и до босса. Потому что хитбокс у босса больше, чем у элементаля. РДД должны чуть подальше отходить от босса, на чит-шот. РДД должны быть понятно, на максимальном если я начну в бок отходить, они же начнут равняться, по идее, чтобы да. Тебя бить. Ну все. Да, да. И там чуть-чуть правее надо задать, и все. Ну или ремень, не важно. Самое простое, что ты можешь сделать, это провести в хвост босса пройти, повернуть босса лицом к рейду. Элементаль подойдет и встанет в хвост босса. Потом повернуться боком, боком поставить босса. То же самое. Да. Либо ты ведешь в бок босса с элементалем, и они выравниваются. Либо ты проводишь элементаля, босс поворачивается лицом к рейду. И поворачиваешь его потом боком, когда элементаль станет на такое же расстояние, как и босс. Чтобы его могли бить РДД. Понятно. РДДшники это не могут сформулировать во время трая сказать. И падают, вайпаются. Тогда даже не сказать, они увидеть-то толком ничего не успевают. Почему? Все они все подходят. Успевают. Они видят, что элементаль дальше, и что ближе им надо подходить. Им надо же элементаля бить, не босса. И они подходят и сдыхают. Зачем? Непонятно. Стойте и скажите, я не буду бить. Вы пидоры, и все. Так и скажите. Если не можете сформулировать, блядь, что вам нужно от танка. У меня, если что-то, 300 коров лежит. Будем голову так все готово. Поехали. Наша
Метка без липа 2 секунды. Сейчас будет метка. Какой-то лажовый ДБМ, блин. Типа настроили на Сьюкс. Мак, ну ты чё? Женя, готовься, сейчас будет. Давай, двигайся вперед, набивая контроль. Вот так. Теперь в бок, в бок, в бок. Ребят. Поехали. Лети. Нормально. Жак, ты... Почему ты так далеко? Я не могу понять. В принципе, нет проблем же просто сделать пару шагов, чтобы сместиться. Зачем в другую часть комнаты выйти? Я не понимаю вопрос. В смысле, что не так? Ну ты, по сути, подвел босса все равно ближе. Вот поэтому надо метки убрать и отойти дальше, блядь. И все. У вас этого в голове нет? Не проблескивает? Куда, блин, дальше? И так на макс рендже стоим. Нет. Ну шаг назад, и все. Нет, вы могли вполне себе, ребята, взять и сместиться, блин, еще в задницу. Чуть ли не вообще уйти в другую комнату. Потому что вам нужно было бить элементаля, а не Везакса. А вы приблизились к Везаксу. Ну, между вами и элементалем был Везакс. Вы могли уйти куда угодно, вас бы дохили. Ну вайп-то из-за чего? Из-за того, что Лок сорвал агро элементали. Почему сорвал? То, что агро там 0, тебе никак ни о чем не говорит. То, что его набирать надо с нуля на элементале. Щедро. Хоть и же нормально переводили. Чего не получается, как говорит Гавай.
Думать, когда начнете. Когда лог, блядь, не начнет хуярить там. Это под Гера, типа, у Гера это все значит пиздец. Оман у Лока есть хоть? Не, Лок не вставал, блядь. Не Оман, там же в уголку справа показывают угрозу в процентах. Да. Да даже если бы Лок не переагрил, секунд через 40 все бы упали, потому что все равно все рядом стояли. Так дальше отойти можно, нет? Или этого в голове нет совсем у людей? Или надо это сказать? Вот вы подумайте, вы люди или вы стадо овец? Вы подумайте, кто вы? Вы можете мыслить самостоятельно или нет? Вы же знаете, что ближе станет. Я понимаю, но от того, что я буду один там стоять, он метку в меня черную кинет, а остальные все будут впереди стоять, это будет нормально? Ты им скажи, ты что, дебил, назад ушел? Ты им скажи в Дискорд, ты им скажи, пидоры, отойдите назад, блядь. Хуйня эта летит быстрее, вы что делаете? И тогда люди начнут мыслить. Может быть. И то я хуй знает. Вы начинаете думать, потому что от того, что вы не думаете нихуя, вам нужно либо каждую секунду все проговаривать, либо мы вайпаемся, тут 3 часа сидим. Вы думаете над этим. Это время не только ваше, и 10 других людей, кто с вами сидит. Мы тратим время на вайпы. Из-за того, что вы хуй думаете, вы нихуя не думаете. Я понимаю, Айверон самый умный. Так зачем вообще здесь на всех метки? Дай ему метки, пусть все в него встают и все. Не умрем, пробуем без него. Нет, на человека поставь, который опытный, и все тупо за человеком будут ходить, и все. Я видел, как Аверн улетел, блять, на этом, как он, на сокрушении. В 25-ке это лечится ГП. Есть гильдии, в которых это ЕПГП еще в десятках действуется. Вы бы тут нахуярили ГП уже себе столько, что вы Т8 хуй увидите до осени, блять. Если бы у вас был РЛ, который за косяки реально вам хуярил. Вы, ну, начинайте думать. Близко босс стал, отошли подальше. Что у вас? Нельзя это сделать или что? Вам мешает стенка сзади? Комната вон какая. На человека ставить метку, если ее потом перебьет метки Кузикова. Это кто? Смотри, Женек. Да не надо никому на кого ставить метку, успокойтесь. Женек. Саша. Смотри. Бутылки на ку. Иди сюда, пачок. Покажу тебе. Вот я, допустим, да все хватит. Вот. И я, допустим, Везакс. Смотри, я нажал за тобой следовать. Подвигайся. Вот примерно так, и он будет за тобой. То есть, если за тобой, Хан, поставь следовать за Женьком. Ну вот смотри, теперь мы вот с разных сторон. Попробуй быстренько нас выровнять. Ладно, видишь? Жалко, зачем так много? Только вот в чем проблема? А теперь поставь следовать за мной, Хан, за мной тоже. Женек, поставь следовать за мной. Получилось? Вот теперь смотри. Я делаю шаг назад, потом делаю вот так. Все. Понял, как делается? Не совсем. Давай еще раз, разойдитесь по разным сторонам и нажмите следовать за мной. Бутылку отнесла, я не поняла, что ты здесь делаешь. А моя бутылку сую неси. Саша, динозавров вот. Забирай. Вы в разных местах. Допустим, Женек Везакс. И делаю так, и все. И вот так. Вы в одном фрейме. Ты понял? Вот, ты был Везакс, я забежал к тебе чпок. И вот так. Еще раз показываю. Вот так. И вот так. Короче, мне проще уйти в бок, а потом назад обратно. Смотри.
Хорошо, хорошо. Вот давай. Давай ты Везакс, ты меня бьешь. А я танк такой. О, ты Везакс, говори. Ну что ты Везакс? Я так хоба тебе за спину. И такой бах развернулся. Ничего себе, куда ты ушел? А потом бах в сторону, и Лем тоже такой же. Точно там же появился в этом фрейме. Вот так это делается. Ты понял? Ну давай попробуем. Давай. И куда ты пошел? Я за тобой следовать нажму, я Везакс. Давай, Хант, следуй за ним тоже. Все, я Везакс. А он, Элем, выровняй нас. Ну я Везакс, я. Вот так. Вот, все. Много. Ты много слишком делаешь телодвижений. Тупо в два раза меньше шагов. Еще раз давай попробуем. Что ты делаешь? Тебе нужно сделать два шага вперед. На Везакса. Я Везакс. Видишь, где я? Вот. Ты не назад сходил, а надо вперед. Вот, все, все. Ну, а теперь обойди вокруг нас. Чуть-чуть. Вот так. Все, все. Да ты... Вот ровно один на четверть. Знаешь, вот этот 90 градусов, что такое? Ну. Вот, смотри, я делаю шаг вперед, а потом на 90 градусов. Все. Вот ты Везакс, я такой, хоба, 90 градусов. Все, и вы в альбом в одном фрейме будете стоять. Так игра работает просто. Понял? Давай еще раз попробуем. Вот, я следую за тобой, Хант тоже. Давай. Оп, 90 градусов. Все, пойдет. Сделаем так. Пойдет. Давайте, готово. Бля. Сорнит его пару миг. Сейчас будет метка. Буксол метка. Вы что, ебанулись? Буксол. Буксол от них убегает, я не знаю в чем. А потом обратно побежал, да? Все, крестик пропал, заходи. Yeah.
Давай же. Вот, телем вышел. Во. Оно же получилось. Не знаю. Мне кажется, все равно лем дальше. В бок встанешь, нет? Во, в бок устой. Поехали. Лему давайте. Не получилось, кого. Ну там, блядь, охуенный пацан. Повернул. Давай. Так. Нечаянно посол подниму. Все, сейчас главное не ловить ничего, и все нормально. Метка. Тело бомба. Метка. Лети. Метка. Летит в того, на ком была метка. Аккуратно смотрите за маной. Как только под вами лужа пропадет, ждите лужу. Встаньте в кучу. Так, все. Теперь на место. Так, метка. Молодец. Летит. Ну вот. Слава вот Богу. Это да. Вот посох это выпал нормальный вообще. Вот этот посох нужен. Ах, чё, ханту? Но же больше никто его не... Да, больше некому. Ты чисто топовый вырвал. Ты у меня 200, чё ты говоришь, снакс ещё. Да не, нормально вообще, чёткий пост. Нет, я про топовый ролл говорю, один ролл. Меткость, критического удара, сила атаки. На мишку нет, топовый ролл. Пояс. Ой, блядь, посох. Да, на мишку топ. Чё, надо кому? Был бы мишка, хант бы нахер пошел. Ну, случайно не надо, кинь на буксола. Чё? О чем речь? Если я ладные руки надо, ролю.
Ну, рукавицы заберу, пускай лежат, там, вдруг капы подбить, хоть что-то. Если никому не надо. В принципе, неплохие меткости, РПБ. Не знаю, тебе надо вводить эту подвеску? Не. Шляпа какая-то, короче. Кто у нас арт ставил? Дизес. Да. Че с мечаем? А, он вылетел просто. Понимаю. Я 300 тысяч на хилин, прикинь. А. Шаман 600. Ну, неплохо ДК так хилится. Ну, так и должно быть. Здесь в этом бою ДК прям топовый танк. Да ДК на всем личкинге топовый. С остальными тяжелее просто. Да, давайте перекур. Да, давайте йога... нахуй это. Хотите я йога? В танке остаюсь? Тут два танка, да, нужен? Ловит. Ну, блять, я вот хуй его знаю. Мне кажется, один. Ну давай, когда ты потанчишь. Один, по-моему. И дрину, древковая не дал. Я так надеялся, что древковый упадет. Ой, я вообще надеялся, что выпадет main hand, я наконец-то смогу получать нормальную пуху, а не с костяком с этим ходить. Выпал посох на ханта, выпала шея с МП5 и латные перчатки. По сути, а, ну тут пуходродяжка да. Тоже четкая. Скорость, это топовая. Ну. Ну, да, тебе как бы ничего на слово. Вообще, самое топое из этого всего, это, короче, плащ 226 с двумя дырками. Это, конечно, да. Так, буксов в дерево давай. Ты же не ударил, да? Всё. Мне в танке оставаться? Да-да. Слава богу. Мучения закончились. Тык. Да ДК нехуй танчить, блядь, чё ты, какие мучения? Ну, блядь, вот это поверни, разверни, нахуй. Так это самое простое, блядь. Самое сложное. Что сложное, блядь? Ну я ж вообще не танчил никуда. Ну чё, мы с тобой потренировались, видишь, получилось. Ой, тут вообще вроде милики не бьют ничего, просто стоят, да? Это прям для меня. Прям для меня. Бьют они, все, успокойся. Сейчас воет накидает вот так, типа, быстренько. Ага, быстренько. Тут, блядь, полчаса рассказывать, и то все это, как обычно, хуй все прослушивают, блядь. Я в комнате вчера был. Там вообще пиздец, столько черепов, блядь, нереально их дохуя. Непонятно, как там проходить, блядь, к стене прижиматься или чё. Я не знаю. Где была тема? Ну, я забегаю с пацанами. Или не, лучше полено отправим. Да, полено, вот. Чтобы захиливало. Этого обычный режим будем делать? А, кстати, надо пойти и выставить пацанов. Вообще как плюс ноль ебанем, блядь, с первого трая. Я плохо 2,7. Охуеть. Хуя урона 628. Я не понимаю, чему ты удивляешься. Там в визе надо кто-то, чтобы запускал. О, так с него топор еще 219 падает. Меткость крит 2,6. Бля. Тоже неплохо. Больше не тоже, да. 552. Больше, чем моего. Бля, в принципе. Хоть что там с него падает, ты лучше не читай. Лучше открывай тактику, читай сразу. А то, что падает, это надо еще убить. А, так я же 25-й был. Thank you.
А ты венхи? Нет, я же хиз. Звук солома. Типа, а кто бы тогда хилил на себя был венхи? Так, буксол и три тела, кто в комнату пойдет? Сова, Хант и Лок. Ханта и Лока хотаешь в приоритете, а сова, когда будешь дубовую кожу отдавать там это самое перед звездопадом в комнате. Буксол, ты не угу. Осталось только узнать, как в комнату зайти. Четыре метра стоят. Четыре портала, как метки стоят, примерно в этих местах появятся порталы. Два человека слева, два человека справа. В комнату зайдете, два человека слева, которые звезда, кружок заходили, идут налево. Один из них должен на дальние бежать щупальца, один ближний. Справа то же самое. Да, хилить. От черепков в комнате, которые соединяют, черепок и вас соединяет фиолетовый луч, надо отворачиваться, вставать к ним спиной. Они тратят здравомыслие. Смотрите, если видите этот черепок, на него, от него нужно просто отвернуться. Если вас бьет фиолетовый хербор, значит вы повернулись не туда. Просто крутите персонажа и выбирайте так, как вас не будет бить. И одновременно еще надо убить щупальца. С момента появления порталов вам дается минута. Если будете это как босс вылезет, вторая фаза как начнется, до порталов 90 секунд есть. И до следующих также 90. То есть когда с порталов выйдете, до следующих порталов будет 30 секунд. Или 20. Да, особо не победит. А ты на себя метку ебани и бегайте так, чтобы не задеть ни одной лужи лишней. Ее нельзя задеть, они двигаются. Иначе появится дополнительный страж и будет с двух луж вылезать одновременно. Не успеем. Стражи, когда умирают, взрываются. Босс вешает баф, который увеличивает дамаг на 100% входящий. Если вы будете под стражем в момент его смерти с этим дебафом, то вы сдохнете. Это миников касается. Буксов, нечаянно, квейзер, квазивер, короче, как-нибудь так. Как-то так его зовут. Лок. Короче, этот, нечаянно в звезду заходишь, Лок заходишь в кружок, Хант заходишь в треугольник, а в ромбик заходит боксол. Метки свои запомните, там ваши порталы. Если кто-то в чужой залез, ничего страшного, просто найдите еще один портал. То в чужую залез, тут пидор, тут их 4 всего лишь. Слушай, а в портале там что у нас внутри? Комнаты 3 штуки. Сколько я понял, в комнате в портал вошел, там с 4 сторон будут щупальца, и каждый должен бить свои щупальца. А как мне их хилить и бить надо? И бить, и хилить, и отворачиваться от черепков, и убить их надо быстрее, чем за 30 секунд. А потом прибежать назад, откуда вы появились, зайти в комнату с мозгом и бить мозг. Там делать быстро и много. Надо пробовать. Да, погнали пробовать. Ближе станьте. Иди, все за мной сейчас. Вот этого зергайте быстрее.
пошли. Пошли, 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 пошли. И восприимчивость. Так, побежали. Не знаю, зачем вы его бьете, я хуй знает. Ай. Я говорю же, невосприимчивость. Да, давайте так, как 5 вайпов, если у нас это, не вижу, что мы продвигаемся так. Идем читать тактику. И уже на следующий куда троим. Големов, вот этих стражей бить надо только тогда, когда они ко мне подошли. Если они идут к вам, если у вас что-то делают, их нельзя трогать вообще. Не набивайте на них агро, потому что я на них не наберу издалека это агро. Хант может дать на пул только в 3 секунды. Если ты больше на пула будешь бить свое агро какое-то набирать, то это будет пиздец. Женек, ты куда портовался? А вот. Не нужны тут сопроты. Просто так их потратите. Так, что давайте где-нибудь. Наверное, у тебя маны что-то мало. Мне так кажется. Это раз ты как раз под. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Каст, если что, сбивается. О, другое дело. Нормально. Двигаемся. Ладно, давайте переведем лучше. Да, не щадите их, бейте без промаха. Так, смести. Разбьем. Так, хлоп отходит. Аккуратно отошлись.
что здесь вставил. Значит, он... Так, отходим, отходим. Добивайте их быстрее и косты старайтесь сбить. Все. Когда к вам тучка подлетает, вы не смотрите на него. Вы как бы отходите от него. Если вы в тучке останетесь, не надо уже доползет, она вспомнит лишних ребят. Это вы, как мы только что выяснили. Да я вот не против того, чтобы ходили в мирики, но нет. Главное, тучки не цеплять. Ну если умный милик, можно, но не все. Я тоже считаю, что тучки изи. В смысле, я вот не увидел прям ничего там сверху. Рыбку ставил, ешь. Вот с пятки у нас это лавелари. И цепляли тоже, не знаю. Вот, вот в прошлый раз, когда сбивали, ходили, дошли до ряда. На этом когда. Давайте поговорим. Все, вы можете просто стоять. Да вы зачем? Без причины вы тоже можете не линкать. Перешли. Ну, сейчас ставим как бы.
Так, ты решил, по-моему, попадаешь. Сейчас старайтесь сбить ему. Хаст иначе сдохнет. Ну вот это идеально. Этого добить. Сначала два маленьких, удушающие, освобождаем человека. Все, диспелим. Чего хрена? Нахуенно. Я типа просто не успел это пройти. Большие не бьют. Опа. Это большое. Я думаю, надо так почитать, так что тут пока нечего делать. Класс. Я застрял. Нет кнопки самоубийства, да? Ага. Ну сейчас мне черепок у меня так встретил взглядом. Черт, меня это ходишь заморозил. Да что это такое? Сейчас меня доведут до помешательства. Ну вот, мне починили теперь. Хорош. Я поставил тотем и сам их убью. Нормально вообще? И опять ставишь. Это как-то это дупло правильно коряво. Ну, примерно в метках появились портал. Примерно. Тут с пятки 10 или 5. О, один луч. Забагали случай. Ребят, готовность. Кто не хочет продолжать, жмем, да. Вот тупица. Так. Большинство за продолжать, поэтому поехали. Один трай и все. Стоп, ладно, давайте последний трай тогда. Он мне добил, начал орать. Первый раз за все время. Когда уже не надо. Конечно, когда первый раз сюда приходишь, ничего не понятно, но... Вроде каких-то щупальцы бьют РДД, какие-то мелики, да, что-то такое. РДД только большие. А, ну, мелики только маленькие. Миленькие, два маленьких. РДД маленькая тоже бьют, которая удушающая, потому что там человека хватает, его надо освободить.
А разлагающие только милики. Разлагающие 4 вида дебафов кидает. Их все надо диспелить. Тут в том-то есть смысл, что диспелить, бить. А те, кто в комнате, отворачиваться, бить, хилить и бегать, блядь, спиной к черепкам. Ну там пиздец. Ну и на третьей фазе тоже отворачиваться надо будет. Миликом бить мобов, РЗД босса. Ну вот из-за того, что большое лупили, милики все сдохли. Не знаю. Да, сейчас это сопля пройдет, пойдем. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть. В идеале позиционировать рейду нужно так, чтобы между мобом и рейдом был я там. Вот это самое охуенное. Идеально. Слева сейчас выбегу. Потому что если он к вам бежит, я не достаю его, мне приходится убегать. Косты как-то, я не знаю, не проебывать. Вот сейчас один сдох, глыбу на него кинулся, это значит ходер вас спас. Перезарядка минута. Это уже был бывает, блядь. Сейчас чужинника не получает. Нечаянно берем же. Все равно поберем. Давайте берем подальше. Ты этому касс сейчас бейте или сдохните? И этому опять каст сбейте. Сейчас будет. Печально хули. Вот подошел, опять глыба превратился, блядь. Рога, блядь. Не в курсе, что взрываются они. РДД. Вы стоите здесь, вала и бьете, а вон там щупальца. Его надо бежать бить быстрее. Милики убивают мелкие. Вот, удушающие все. Красный лучше сбежаться. Милики разлагающие, вот оно. От черепка отбегаем, от квадрата. Идите по своим меткам. Звезда, там вот эта вся хуйня.
портал заходите. Быстрее, быстрее, минута уже пошла. От квадрата отбегаем. Что-то у тебя ДБМ квадрат вешает. В лучи не забегаем. Сова чувствует. Отвернись. А, я понял, это магический эффект. А как бить, если отвернуть? Сова, ты это... АФК что ли просто? Или чё? От черепка отбегайте. Кого тут в комнате бить-то надо? Блять, не видно там никого в комнате? Никого нет. Вообще никого, мы втроем стоим отвернуты. Сейчас я зайду посмотрю. А это желтое что, сука? Это хуй на лбу или что это, блять? Бей желтую хуйню. Пиздец. Вы что, блять? Никого там, блять. А желтое это что за хуйня? Это никто? Бей. Короче, ну, типа надо читать тактику, смотреть видео. Потому что когда совсем ничего не знаешь, очень плохо. Ничего не получится. Тут это очень сложный бой, потому что тут время ограничено на все это. Тут надо быстро делать. Вот порталы появились, эта минута уже пошла. В идеальном трае за 20 секунд сносится щупальца, который, а, там нихуя нету, блядь. Вот пока вы нихуя нету говорили, проговаривали, уже 20 секунд прошло. Стоят желтые чуваки, ты мне говоришь, что про какие-то щупальца. Ну так они щупальца замаскированные. Их да, надо... да, мы знаем, что это щупальца замаскированные. Ты хоть я бы сразу изначально бы это сказал. Ну так надо их бить. Их же можно бить. Они желтые, они неписи, блядь, стоят. Они щупальца, как ты говоришь изначально. Ну так их надо бить, блядь. А для этого, чтобы так возникать, надо просто тактику было прочитать до этого, когда вы сюда идете. Это босс непростой, это не РЛК, блядь. Здесь ограничено время, здесь надо дохуя делать в секунду, дохуя всего делать, хилиться, отворачиваться, бить, все здесь надо делать, иди спелись, это непростой бой. Давайте все, на сегодня завершим. Так что, если желание есть убить, а не приходить тупить здесь, надо прочитать тактику, посмотреть видео, и тогда у вас будет понимание, что и к чему. Да, вот. Поддерживаю, оставлю. Десятка следующая будет, наверное, в субботу.